добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем говорить о палетке Pat Macrae Божественная Роза 2. В первой части этого видео я покажу сводчи, мы поговорим о каждом оттенке по отдельности и, конечно же, я озвучу свои впечатления от палетки. А во второй части видео я покажу несколько макияжей, которые можно сотворить вот с этим набором цветов. В инфобоксе я обязательно оставлю тайм-коды, чтобы вы могли сразу же перейти к той части видео, которая интересует конкретно вас. Так что не буду больше затягивать и поехали! Начнем давайте с очевидного, то есть с упаковки. Приходит палетка вот в такой вот коробочке, безумно-безумно красивой. В кои-то веки не хочется ее выкидывать. Обычно я такие коробки, в которые упакованы палетки, выкидываю в первый же день, но здесь хочется ее хранить. Здесь сделаны завязочки с веревочкой, и вот так вот нужно раскрывать все это дело. Кто-то не любит так возиться с тенями, но лично мне кажется, то, что это создает дополнительный эффект некого люкса, некого таинства, в которое ты посвящаешься, как будто бы когда покупаешь данную палетку. Для кого-то это сейчас покажется полной дичью, но я думаю, кто покупал Pat, тот меня поймет, скорее всего. Сама палетка у меня в лимитированном оформлении, в розовом золоте. Это тяжелый, хороший, качественный пластик. Это укол, кстати, в сторону Шарлотты Тилбери, у которой ты берешь палетку и чувствуешь просто дешманский, легчайший пластик. И ты платишь большие деньги, но в руках держишь какую-то как будто бы дешевку. Здесь такого нет. Это действительно качественная, тяжелая упаковка. Она зеркальная, она не невероятно маркая, здесь постоянно пальцы. Если вы любите, чтобы косметика была в идеально чистом состоянии, то в таком случае либо готовьте салфетку, протирать вы будете это дело очень часто, либо, как я, просто забейте, потому что здесь не напротираешься никогда. Внутри есть большое хорошее зеркало, оно качественное, в него удобно краситься, но из-за того, что палетка тяжелая, все-таки, если вы будете полностью макияж делать и смотреться в эту палетку, то рано или поздно рука у вас отвалится. Внутри у нас 10 вот таких прекрасных, интересных оттенков, каждый рефил весит 1,3 грамма, и эта палетка очень интересна по своей гамме, она необычная, яркая и, честно говоря, похожа на Divine Rose 1, которая взбесилась и превратилась в Divine Rose 2. Своего рода первая роза это доктор Джекил, вторая роза это мистер Хайд, потому что, ну действительно, та же самая роза, только немножечко взбесившаяся. Очень яркая гамма, она не всегда подойдет девушкам славянского типажа, но все же во второй части данного видео я вам покажу макияжи и надеюсь, то, что вы сможете принять для себя решение, подходит ли под ваш типаж такие макияжи, такая палетка или же нет. Палетки Pat интересны вообще тем, что у нее есть специальная формула теней, и именно из-за этой Special Shade все и берут данные палетки, именно поэтому все страдают вообще по теням Pat. Здесь у нас 4 специальных оттенка, вот я закрою обычные оттенки, и вот эти вот, это специальные. Да-да, их всего 4, поэтому тут не разгуляешься, но другие оттенки тоже достаточно интересны. Давайте, пожалуй, поговорим с вами про каждый оттенок в отдельности, потому что, во-первых, каждый оттенок, абсолютно каждый рефил находится в своей формуле, здесь нет одинаковой формулы на все. Во-вторых, ну, очень дорогая палетка, откровенно говоря, поэтому есть смысл проговорить про каждый оттенок по отдельности. Кроме того, каждый оттенок здесь действительно очень интересный, и про каждый оттенок есть что сказать. Давайте начнем с матовых, их всего 2 в данной палетке. Если вы любите матовые, то вы тут, к сожалению, не разгуляетесь. Первый матовый оттенок это вот такой вот кораллово-персиковый и второй фиолетовый. Кораллово-персиковый я использую для тушевки. Этот оттенок именно персиковый, немножечко коралловый, немножечко розовый. Под некоторым освещением он кажется розовым, но ни черта. Поверьте мне, это персиково-коралловый, не розовый. Этот оттенок хорошо тушуется, он достаточно хорошо пигментирован, но он очень плохо растягивается.
Вообще, оба этих матовых оттенка достаточно рыхлые. Здесь по палетке, в принципе, можно заметить то, что полным-полно вокруг осыпашечек. Это вина именно рыхлости этих оттенков. Но под глаза ничего не осыпается. То есть вся эта рыхлость остается у вас на палетке. Оттенок, как я уже сказала, хорошо тушуется, но он очень плохо растягивается. Что я имею в виду? Иногда, когда вы наносите оттенок, вы хотите его чуть-чуть подальше увести. Например, подальше во внутренний уголочек, подальше к внешний уголочек, вытянуть к височку. Но конкретно с этим оттенком, если вы в первые 2 секунды не нанесли этот оттенок туда, куда хотели, то дальше никакими остаточками этого оттенка на кисти вы его никуда не уведете. Он никуда у вас не растянется. Вот хоть ты тресни, танцы с бубнами, мольбы косметическим богам, ничего не поможет. Он никуда не денется. С одной стороны, для кого-то это может быть хорошо, для меня же это минус просто-напросто потому, что мне требуется чуть больше времени на тушевку этого оттенка, чем если бы я взяла любую другую палетку с хорошими матовыми оттенками. Фиолетовый. Фиолетовый – это гордость, можно так сказать, пэт. Если вы когда-либо покупали палетки с фиолетовыми оттенками, или же если вы вообще интересуетесь косметикой, то вы уже знаете то, что фиолетовый оттенок – это косметическая боль. Каждый раз это проблема у каждого бренда, потому что эти оттенки достаточно сложны в изготовлении, и с ними постоянно что-то не так. Они либо полупрозрачные, либо они слишком яркие, они пятнят, они не наслаиваются. В общем, с ними всегда проблемы, но здесь действительно божественный фиолетовый оттенок. Этот оттенок очень легко наносится, он очень пигментированный, он хорошо наслаивается, он не пятнит. Но при этом он великолепно тушуется. Буквально ты взял кисточку, нанес его, потом чуть-чуть подтушевал, и этот оттенок замечательно потерял свою мощную пигментацию, растушевался в кожу, или же растушевался и смешался с другим матовым оттенком, и все. Никакой мороки, ты не сидишь полчаса, не тушуешь этот фиолетовый оттенок, у тебя нету пятен, все прекрасно, это просто волшебно. Да, иногда случаются пятна, но они случаются не по вине вот этого оттенка, а потому что у меня ручки кривоваты, поэтому тут я оттенок не виню. Но даже с моими невероятно кривыми руками этот оттенок работает практически всегда хорошо, и в 99% случаев этот оттенок нанесется очень-очень хорошо. Закончили содой любви фиолетовому оттенку, теперь давайте перейдем к нашим сатинам. Их здесь 4 штуки, это светлый, коричневый, фуксия и розово-серый. Светлый самый менее интересный. Этот оттенок не так-то прост, он на самом деле не просто кремовый, а он немножечко доохромит в розовый. Иными словами, кремово-розовый доохром. Этот оттенок мог бы быть симпатичным и интересным, но, честно говоря, он достаточно... Ну, на мне даже он не сильно переносится на веки, и если вы используете рядом любой из остальных оттенков, в том числе Special Shade, то этот светлый теряется, он там не заметен, он там просто не нужен. Если вы не используете Special Shade, то можно, конечно же, нанести этот светлый, но вы же покупаете эту палетку не для того, чтобы не использовать Special Shade, а в таком случае этот светлый опять-таки теряется на фоне остальных оттенков, и поэтому рука к нему не тянется. Коричневый оттенок, вот такой вот Divine Dusk он называется, нелюбимый мой оттенок в этой палетке. Почему? Это коричневый сатиновый оттенок с розовыми блестками, и все бы ничего, но розовые блестки я на себе не вижу. Я видела обзор Алены Ратнер, у нее, кстати, вы можете посмотреть сводчи на глазах каждого оттенка, она этот оттенок очень любит, у нее раскрываются эти розовые блесточки, но на мне, на моих глазах, на моих сводчах этих розовых блесток не видно, и это просто самый обычный коричневый сатиновый оттенок. Честно говоря, самый обычный коричневый сатин вы можете найти в любом другом бренде, и не нужно платить за это такие бешеные деньги. Кроме того, как вы можете заметить уже по рефилу, я всегда его наносила кистью, буквально пару раз я его нанесла пальцем, и здесь поверхность уже начинает замыливаться.
розовый фуксийный оттенок. Это очень интересный оттенок, не падайте, пожалуйста, в обморок. Да, этот оттенок не для всех, и кто-то, быть может, к нему даже не прикоснется, потому что он очень яркий, и на девушках славянского типажа, конечно же, это смотрится как прямо-таки вырви глаз и что-то очень яркое и экстремальное. Но этот оттенок достаточно интересен по различным причинам. Во-первых, этот оттенок хорошо смотрится в тушевке. Если вы боитесь наносить столь яркий оттенок в тушевку, делать столь яркую складку, то тогда можно его добавить поверх вот этого кораллового оттенка. Я сделала именно так в этом макияже. У меня здесь поверх коралла еще нанесен вот этот розовый оттенок. Он здесь, как видите, практически незаметен, но все же он вытягивает розовинку из других оттенков. Он придает чуть больше пикантности и интереса. И второе применение этого оттенка, самое неожиданное, пожалуй, это его смешение с другими оттенками. А обычно, если вы берете два оттенка из палетки, наслаиваете их друг на друга, получается грязюка или что-то просто не очень хорошее. Здесь же все совсем не так, здесь другие правила, здесь вы можете смешать эту фуксию с другим оттенком, и вы получите третий оттенок, совершенно не похожий на то, что у вас было до этого. Например, можно розовую фуксию смешать с вот этим золотом, и получится такой персиково-коралловый красивый закатный оттенок. И последний сатин, вот такой вот розово-серый, он называется Eleganza. Все блогеры от него без ума, и я поддерживаю абсолютно каждое слово. Во-первых, здесь интересный оттенок, это розово-серый оттенок, здесь есть много-много светленьких серо-серебристых блесточек. Когда вы наносите этот оттенок пальцем или влажным способом, он сияет, он искрится миллионом этих самых блесточек и смотрится просто невероятно нежно и красиво. И когда ты подходишь к источнику освещения, то ты вообще задумываешься, а действительно ли это не Special Shade, потому что сияет и искрится как Special Shade. Иными словами, этот оттенок очень универсальный, он подойдет и для тех, кто любит похолоднее, и для тех, кто любит потеплее, он подойдет для нюдовых повседневных макияжей. Очень хороший и действительно качественный, интересный оттенок. И теперь у нас остались наши 4 интересных специальных оттенка. Давайте, пожалуй, поговорим про слона в комнате, то есть про триохром. На самом деле я этот триохром называю дуохромом, потому что третьего я там не вижу. Название у этого оттенка крайне странное. Я, пожалуй, один раз попытаюсь его прочитать. Вы уж простите то, что сейчас выйдет. Называется он VR Extraterrestrial. Что, простите, кто называет оттенок подобным образом? Пэт, зачем? Ты просто издеваешься над блогерами и над людьми. В общем, этот оттенок у нас дуохромит из темно-фиолетового розового в болотно-зеленый. Вот сейчас вы можете наблюдать на палетке розовый, фиолетово-розовый. Я поворачиваю палетку по-другому. Зеленый, хоба, магия, фиолетовый. Зеленый, фиолетовый, зеленый. Простите, я радуюсь как ребенок, но это действительно очень забавно. Этот оттенок очень мягкий, он кремовый, он нежный, он хорошо наносится на глаза, он хорошо переносится что кистью, что пальцем, но у него есть нюансы. Во-первых, этот оттенок очень сильно расходуется. Поясню. Лучше его наносить пальцем, потому что таким образом он лучше всего передается на глаза и выглядит красивее всего. Но при этом очень много этого оттенка у вас остается просто на пальце, и вам придется это просто вытереть, потому что никуда вы это больше уже не денете. Все, что могли вытереть, вы уже вытерли об глаз, и все. Во-вторых, не на всех этот дуохром хорошо раскрывается. На мне, как видите, он в принципе раскрылся. Не то чтобы сильно, не то чтобы хорошо, но он раскрылся. А если вы посмотрите тот же самый обзор Алены Ратнер, то вы увидите то, что у нее это выглядит на веках как грязь. Так что учитывайте, пожалуйста, то, что на вас он может в теории не раскрыться. И третий момент.
Здесь дуохром, он больше всего виден при искусственном освещении, в особенности при ярком освещении. В обычной жизни, если у вас комнатное стандартное освещение, то вы этот дуохром будете разглядывать буквально с лупой, потому что не всегда он будет проявляться. Так что будьте готовы к тому, что опять-таки этот оттенок отнюдь не идеален. Мне нравится этот оттенок, мне нравится его кремовость, мне нравится его использовать вот в таком макияже, как сейчас. На мой взгляд, он очень хорошо смотрится, и этот макияж делается всего за 5-7 минут. Я его очень люблю, но все же это отнюдь не идеальный дуохром. И если вы хотите приобрести данную палетку только из-за него, то я бы советовала вам еще 10 раз подумать. Похожие дуохромы можно встретить у Наташи Дюноны в однушках. И если вы хотите взять эту палетку только ради дуохрома, то не надо. Сравните 10 тысяч или же Наташа Дюнона однушка 2,5. Да, 2,5 это очень много, но это меньше, чем 10, простите. И последние три оттенка, которые нам осталось обсудить, это вот эти вот три Special Shade. Оранжевый оттенок, просто красивый искрящийся оранжевый бронзовый оттенок. Лично для меня он не выделяется ничем особенным, потому что это просто оранжевый искрящийся. Да, он очень красивый, искрится, переливается, но ничего такого, что нужно прям бежать и покупать эту палетку за такие бешеные деньги, здесь нет. Следующий оттенок желтый, очень интересный, потому что это действительно очень чистый, очень красивый желтый. Это не лимон, это не обычное золото, которое пихают во многие палетки, немного уходящее в темный или в античный, или в зеленый, или в какой-то непонятный. Здесь именно чистое, желтое, красивейшее золото, просто безумно красивое. Очень красиво оно сочетается с этим оттенком фуксия. Оно в целом само по себе очень искристое, из-за этого миллионы блесточек. Но оно, к сожалению, плоховато смотрится на славянках. Я знаю то, что золото, в принципе, очень много кто любит, но лично мне кажется, то, что на славянках подобного рода золото смотрится, ну, не очень. Поэтому я на себе подобное использую крайне редко. И самый последний оттенок, вот такой вот Astral Pink Moon, он называется. Зависла система, простите. Этот оттенок самый недооцененный. Каждый раз, когда я смотрела на эту палетку, я на этот оттенок не обращала никакого внимания, но при этом в абсолютно каждом обзоре блогеры рассказывают про то, какой это хороший оттенок. И он действительно очень хороший. Это формула Special Shade. Это светлая блестяшка. Она полупрозрачная. И казалось бы, что в ней интересного, но она искрится именно миллионом светлых искорок. Можно наносить этот оттенок на центр века как акцент, можно наносить во внутренний уголочек и будет безумно красиво. Можно наносить также этот оттенок поверх любого другого сатина, и он придаст искристости, яркости, придаст какого-то настроения праздника любому другому оттенку. Больше всего мне нравится наносить его поверх оттенка Элеганза, потому что получается что-то просто безумно красивое. Очень интересный оттенок, действительно очень хороший, и я уверена, то, что он вам в палетке очень понравится. Ну что ж, это были все оттенки, которые я хотела обсудить. Теперь давайте скажу несколько слов о палетке. Во-первых, палетка, как я уже сказала, сама по себе по материалам выполнена качественно. У нее очень необычная гамма, такая достаточно яркая, не всем она подойдет, но я верю в то, что люди сами видят, что они покупают, и если вы купили яркую палетку, а потом удивились, сделав макияж, что как-то ярко, то, скорее всего, проблема не в палетке, а в вас. Поэтому, если вы не любите яркие тени, то даже не рассматривайте подобную палетку к покупке. Повседневные макияжи с ней не выйдут. Выйдут яркие, выйдут интересные, выйдут красивые, но все же не повседневные. А в этой палетке мне нравится формула, несмотря на то, что они немного рыхловатые, но здесь нет никаких осыпаний, формулы кремовые, все наносится хорошо и все смотрится тоже хорошо. Если вы видели мое предыдущее видео, точнее одно из предыдущих, где я пробовала палетку от Pat Ritualistic Rose,
то вы знаете, что у меня психологическая травма после этой палетки, потому что там очень крупные частички, они буквально осыпаются в глаза, они вызывают жуткий дискомфорт, глаза краснеют, сосуды лопаются, и я буквально не могу пользоваться этой палеткой из-за того дикого дискомфорта. Здесь такого нет. Здесь, во-первых, ничего не осыпается, а во-вторых, даже если каким-то образом осыпания все-таки будут, они попадут вам под глаза, их будет совсем чуть-чуть, и они очень легко смахиваются. Очень мне нравится то, что макияжи можно сделать быстрые, красивые, можно сделать их буквально пальцами. Можно, как я уже сказала, смешать несколько оттенков и получить не грязь, а третий оттенок, и подобным образом играться абсолютно разными-разными макияжами. Мне палетка, честно говоря, понравилась. Я не могу сказать, что это будет моя любимая палетка, потому что все-таки у нее есть свои недостатки, но при этом она очень и очень хороша. Что касается покупки, я не могу сказать, что я ее прямо-таки рекомендую, потому что стоимость у нее нереальная. Это слишком дорого, и я думаю, что Pet сама понимает, что это слишком дорого, потому что у Pet на сайте постоянно есть скидки по 40%. Именно на скидках, если вы решите брать Pet, я рекомендую вам ее брать. Ни в коем случае не берите по полной стоимости, ни в коем, прошу вас, это слишком дорого. Да, это очень хорошие тени, но они не стоят этих денег. Также должна еще заметить то, что поверхность сатинов замыливается очень часто и очень быстро замыливается, но это все можно исправить скотчем, но все-таки я обязана вас предупредить о том, что такое бывает. По поводу стойкости. Стойкость лично на мне хорошая, тени не исчезают и не становятся полупрозрачными к концу рабочего дня, но есть несколько моментов. Во-первых, все эти сатины могут пожевывать века. У меня такого не происходит, но я видела много отзывов, где девочки об этом рассказывали. И второе, есть скатывание. В частности, вот этот вот дуохром очень любит чуть-чуть скатываться. Я в целом не страдаю скатываниями, но конкретно этот оттенок на мне так поступает. И он скатывается как на голом веке, так и на базе. Вот, это все, что я хотела вам рассказать, в общем-то, про эту палетку. А теперь давайте перейдем к макияжам. Для первого макияжа я беру тушевочный оттенок Naked Blush, один из немногих матовых оттенков, и наношу его в складку века. Как видите, на камеру сейчас этот оттенок немножечко отдает пыльной розой, но на самом деле в жизни это коралл. Далее я беру фиолетовый оттенок и начинаю наносить его на внешний уголочек, и совсем чуть-чуть увожу его же к виску. Сначала я делаю это при помощи пушистой кисточки, чтобы не напортачить с тушевкой, ну а дальше я беру уже более плотно набитую кисть от Eco Tools и начинаю набивать оттенок на внешнем уголке. И потом я тот же самый фиолетовый оттенок буду наносить на нижнее веко, сначала более плотно, а потом подтушевывать. Тушуется оттенок просто замечательно, за это можно не переживать никогда. И следующим шагом я возьму шиммер коричневый Divine Dusk и буду наносить его рядом с фиолетовым оттенком. Как видите, никаких розовых блесток тут не видно, к сожалению. А теперь настало время звезды данной палетки, то есть дуохрома. Набираю его на палец и начинаю наносить на все веко. Нанесение пальцем считаю самое лучшее для данного оттенка. Сейчас не очень хорошо видно дуохромную составляющую, согласна, но спустя минуту, когда я закончу свой макияж и покажу вам финальный образ, дуохромность раскроется. Поверьте мне, я найду способ, как ее показать. Чуть-чуть потерпите. И самым последним шагом я добавляю розовый оттенок в тушевку, чисто для того, чтобы вытянуть немного розовые цвета в данном макияже. Ну а теперь любуемся итоговым результатом. Through color glass, time
макияже я снова беру оттенок Naked Blush и наношу его в складку века. Ну а дальше при помощи пальца я наношу потрясающий, красивейший оттенок Eleganza на все веко. Это невероятно интересный серо-розовый оттенок. Как мне кажется, он смотрится просто безумно красиво. Как вы уже поняли, это повседневный макияж. Кому-то покажется он очень простым и скучным, но я хотела просто показать, что с данной палеткой можно делать не только яркие макияжи, но и очень даже простые и обычные. И в качестве финального штриха наношу оттенок Astral Pink Moon на все веко. Для последнего макияжа я беру коричневый шиммер Divine Dusk и начинаю наносить его на внешний уголочек, на внутренний и также растушевывать по складке века. Как вы уже поняли, это у нас будет Halo Eye. Данный макияж вдохновлен Аленой Ратнер, которая выпустила обзор на эту же палетку Divine Rose 2. И, как мне кажется, этот макияж замечательно демонстрирует работу Special Shade'ов оранжевого и золотого. На розовые оттенки мы с вами насмотрелись, на дуохром мы насмотрелись, теперь пришла пора оранжевого и золотого. Дальше я беру снова матовый фиолетовый оттенок и начинаю его добавлять вглубь внешнего и внутреннего уголочка. Таким образом, я просто-напросто пытаюсь создать дополнительное затемнение и градиент. Получается, у меня это паршивенько, откровенно говоря, кое-где из-за яркого света кажется то, что оттенок может немного плешивить, но поверьте, мне так кажется именно из-за яркого света. Напоминаю то, что макияж в жизни и макияж при ярком освещении софтбоксов — это два немного разных макияжа. Дальше я беру Special Shade Bronze Rose 005, он же просто оранжевый Special Shade, и наношу его по границам нашего коричневого шиммера. Ну а теперь берем желтый Special Shade Gold Lust и наносим его в центр века. Просто посмотрите, как он преобразил макияж. Мне кажется, это просто бомба. Безумно-безумно красиво. Я терпеть не могу на себе желтые оттенки, но тут, мне кажется, это просто нереальная красота. Которые я хотела вам показать. Надеюсь, то, что мой отзыв об этой палетке был для вас полезен, ну или хотя бы интересен. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!